Диалог с молодежью в рамках Дня единых действий в вузах и СУЗах Дагестана. Депутаты и общественники встретились со студентами. Беседа прошла в формате вопрос-ответ. С молодежью говорили о патриотическом воспитании, гражданской ответственности и о недопустимости участия в несанкционированных митингах. Встреча проводится по инициативе Министерства по делам молодежи республики совместно с Народным собранием Дагестана. Это важно — уметь общаться, чтобы депутаты выходили на прямой диалог с молодежью. Именно в диалоге, в общении, в ответы на открытые вопросы от студентов можно получить ту самую информацию, действительно, а не ложную.